Это человек с буквой О в имени, характерно богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Люди, имеющие букву З в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Людям этого имени присущ философский подход ко всему. Они участвуют в вечной жизненной гонке, наблюдая за собой и другими как бы немного со стороны. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Эти люди очень разборчивы, и, наверное, поэтому, несмотря на их общительность, у них очень мало настоящих друзей. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Владельцы этого имени обладают ярко выраженной индивидуальностью, глубокой проницательностью и независимыми оригинальными суждениями. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.